Так, 12 июля 2021 год, Харьков, 20:33 по Киеву, солнце садится за горизонт, сейчас попробую через эти облачка увидеть еще и молодую луну, а пока наслаждаемся полетом птиц на фоне заходящего солнца. Да, к сожалению, небо чуть-чуть нас подвело. Тучки, вернее, даже так, облачка. И луну едва-едва видно. Ну, я подожду, в принципе, хочется увидеть рядом с молодой луной. Марс и Венеру. Вон у нас молодая луна. Сейчас попытаюсь через облачка в нее попасть. Молоденькая. Красивенькая. Да, жаль, что небо. Наверное, вот так, да. Регулируя выдержкой количество света. Темновато, наверное, будет на экране, да? Все, солнце нас покинуло. Да, ну совсем узенький месяц. Хорошо. Подождем еще чуть-чуть, пока побольше потемнеет. И надеюсь, может, и облачка чуть-чуть пожиже станут. Глядишь, увидим рядом с луной Марс. Марс с Венерой. Они будут меньше, чем в одном угловом градусе друг от друга. И в трех угловых градусах, по-моему, от молодого месяца. Так, а пока 20:37 по Киеву, Харькове. 12 июля. Две тысячи двадцать первый год.